Всем привет! Давно не выкладывала обычное видео с самым обычным маникюром. Вот решила записать. В данном случае у нас просто коррекция спустя, по-моему, месяца полтора. Как вы видите, в работе до все отлично относилось. Тончайшие ногти, которых многие почему-то до сих пор боятся, как вы видите, носятся они прекрасно. Это учитывая, что девочка ведет очень активный образ жизни. И руками делает очень много всего. Что ж, делаем снятие. Все абсолютно как обычно. Из-за того, что покрытие тонкое, снятие занимает максимум 10 минут на обоих ручках. Кстати, у меня недавно сломалась вот эта самая моя вытяжка. Неплохая это была вытяжка, такая, знаете, из недешевых, которую я смогла здесь найти на местных маркетплейсах во Вьетнаме, если кто не знает. Ну вот, сломалась вытяжка. Я очень долго и упорно искала. Но не хотелось снова такую же покупать, хотелось получше, потому что она все-таки не защищает на 100% от пыли. Искала, ничего не нашла. В итоге заказала дорогущую огромную вытяжку по типу Fort Blanc, но на AliExpress. Можно во Вьетнаме заказывать с AliExpress, оказывается. Такая эпопея была с доставкой. Знаете, таможня Вьетнама — это очень странная таможня. Тут вот кому как повезет, нам не повезло. У нас задержали эту посылку практически на неделю на таможне. Мы очень долго общались с таможней в переписке, заполняли кучу-кучу бумажек, чтобы ее просто пропустили. И помимо того, что сама вытяжка стоит 10 миллионов донгов, это в рублях примерно 35 тысяч рублей, еще $150 мы заплатили таможенную пошлину. Это вообще, это очень дорого, я считаю. В итоге в 50 тысяч мне вышла только вытяжка. В 50 тысяч рублей. Но на данный момент она уже у меня установлена на рабочем месте, и я очень рада. Она вообще не оставляет пыли. Наконец-то у меня нормальная вытяжка, потому что я все время боялась тут что-то дорогостоящее покупать. Потому что не было, знаете, такого понимания, надолго ли мы здесь. Все время хочется куда-то уехать, потому что Вьетнам не на 100% нравится. Ну, недавно мы приняли такое решение остаться здесь как минимум года на два. Поэтому я решила по максимуму закупить себе хорошее оборудование. Ну вот, собственно. Вот, собственно, и купили. Не знаю, смогу ли я ее в будущем продать, когда мы соберемся отсюда уезжать. Потому что все остальные мастера, которые здесь есть, насколько я вижу, тоже стараются что-то такое очень дорогое не покупать. Ну, посмотрим. Возможно, с собой заберу. Будет видно. Что ж, приступаем к маникюру. Мне, знаете, все всегда стандартно. Ручки эти легкие, я с ними работаю уже полтора года, тут как бы все известно, понятно. Кутикулы мало, убирается она хорошо, аптеригия тоже практически нет, поэтому работа у нас с ней всегда занимает часа полтора, если мы не делаем какой-то дизайн интересный, сложный. Тут, по-моему, мы будем делать кошку, да. То есть простейший дизайн. И часа за полтора, мне кажется, мы справились. Все максимально просто, тем более со своими постоянными клиентами, почти со всеми. Уже как-то привыкаешь и делаешь все по наитию. Хотя есть у меня одна девочка, которая тоже ходит ко мне уже полтора года, и с ней я могу сидеть два и больше часа. Хотя она всегда делает практически однотон. То есть максимально простой маникюр, часто даже нюд, то есть нюдовый гель без гель-лака сверху.
Но почему-то с ней мы сидим всегда очень долго. Но у нее довольно сложная кутикула. И часто отслойки очень сильные. Никак не могу ей подобрать такой вариант покрытия, который бы у нее держался. Знаете, уже прям паника. Уже чувствую себя плохим мастером, потому что не могу ей покрытие сделать так, чтобы она держалась. Она у меня одна такая. Даже не знаю, что еще сделать. Вот вроде все идеально. Ну, надеюсь, она даст мне еще один шанс, и мы будем дальше пробовать. Хотя, ну да, надеюсь так. После среза кутикулы я всегда этой же фрезой пламя на сниженных оборотах зашлифовываю. И если что-то там у меня еще торчит, я не стараюсь фрезой все зашлифовать идеально, я лучше еще кусачками подрежу. Маленький какой-нибудь кусочек. Вы знаете, очень понравился мне вот этот бренд китайский. Название я, наверное, не скажу. По-моему, Modding, как-то так. Я нашла его на местном маркетплейсе, Shopee называется. Он такой из недешевых. Ну вот конкретно база топы у них стоит около 120 тысяч. В рублях это, ну, умножайте на 3,5, чтобы понять, сколько это в рублях. То есть где-то 400 рублей. Хотя, если сравнивать с какими-то российскими марками, наверное, это и недорого. Но и недешево, если сравнивать, например, с тем же Born Pretty. Очень крутые. База вообще шикарная. Когда я начала работать их базой, у меня вообще у всех прошли отслойки. Знаете, часто по бокам бывают отслоечки. Ну вот кроме одной той моей особенной клиентки, с которой я никак не могу справиться. Гель у нас здесь от Calypso российский в оттенке Rose. Очень люблю этот оттенок, но почему-то моим клиентам здесь он вообще не зашел. Вот я как привезла его с собой 1,5 года назад, так у меня еще больше половины баночки 50-граммовой осталось. Но я очень люблю. И он вот в такой тонкий слой, посмотрите, как красиво смотрится. У нас еще кошка будет такая, примерно похожего оттенка. И они вместе сыграют, конечно, очень круто. После выкладки геля снимаем липкий слой. И сначала я фрезой подбираю длину. Да, длину убираю всегда после выкладки геля. Это нужно для того, чтобы потом я смогла выпилить четкую, красивую форму. Потому что если сначала убрать длину и опилить форму, а уже потом выкладывать гель, на кончиках у нас будут плюшки. Поэтому всегда делаю так. Мне не жалко геля, тем более он у меня тут очень-очень тонкий слой, расход геля совсем небольшой. И убираю фрезой, а затем уже допиливаю пилкой по форме и немного равняю сверху. После этого еще изнутри выпиливаю натуральный ноготь, чтобы у меня ничего там не отслаивалось. И, в общем, вся эта работа выполнена в технике армирования, которой я обучалась у Нары Ананян, по-моему, правильно так ее зовут. В этой технике я работаю уже 1,5 года, но сейчас все больше популярность набирает техника в работе с верхними формами. Вот техника без опила в данном случае. Я скоро начну проходить курс в технике без опила, в технике чистой отпечатки. В августе у меня курс начнется. Я так жду, господи, так хочу работать вот без этой пилёжки. Уже посмотрела вводные уроки и сделала себе, паре девочек еще сделала. Ну, слушайте, даже по вводным урокам уже что-то там получается, наконец-то. Хотя я уже раньше проходила курс по верхним формам, и как-то у меня вот, ну, не получалось. Итак, в августе начнется у меня этот курс. Я думаю, у меня все получится, 100%. Это прям моя мечта, работать быстро, просто... тонко, красиво, аккуратно. Ну и, конечно же, буду делиться с вами своими результатами после этого курса. Обещают мне делать маникюр с покрытием за час-полтора, на что-то я сильно сомневаюсь.
Может быть, там через полгодика практики так и получится. Но пока что на модели я делала это покрытие 3 часа. Вообще не понимаю, как можно сделать быстро. Вообще не понимаю. Ладно, дело практики, все с практикой все приходит. И я тоже научусь. В этом курсе я уверена, что у меня получится. Такой классный курс. У Алены Надеиной, кстати, если кому-то интересно, можно еще приобрести. Курс начнется 29 августа. Я прям очень рекомендую. Даже в базовых вот этих вводных уроках очень много информации. И она в ее чате очень круто. Даже сами девочки поддерживают друг друга с первыми отработками, делятся своими историями, как они вообще пришли в маникюр. Такие классные, классные вообще истории. Я даже не ожидала, что столько классных людей узнаю именно вот в этом чате. Так что, если вы хотите научиться, я от души рекомендую. Даже оставлю в комментариях ссылочку на Instagram Алены, чтобы вы могли ознакомиться. Это не реклама, это рекомендация, правда, от души. Тем временем мы уже работаем с кошкой. Смотрите, какого она классного цвета. Вот прям вот этот гель, ну просто лучше быть не может. И кошка, кстати, ну, вот модные корейские кошки. Эта фирма тоже китайская, Lotus называется. Какая же красивая, вы посмотрите, вот этот прям эффект атласной ткани. Боже. Мне так понравилось. Я уже второй месяц хочу себе ее сделать. Но с этим денежным маникюром... Знаете же, есть сейчас популярный вот этот денежный маникюр месяца. У нас получается, я уже 3 месяца его делаю. Был в мае нюд. Потом был голубой. Сейчас в июле красный. И как-то никак у меня не доходит вот до такого цвета. Очень красивый, мне так нравится, хотя я не очень люблю нюд на себе. Ну и вот такой красивый маникюр у нас в этот раз вышел.